Не делайте этого! Плохие дети никогда не получают подарки! Мне кажется, он может и пролезть. А... Нет, должен пролезть. Не делайте пролезет, этого! Пролезет, если заходит в дом через трубу. То он пролезет! Ты здесь! Так, что здесь у нас? Боюсь. Некий Санта-Клаус. Так это и есть тот самый ужасный карапуз. Постойте, кончайте. Но это же прикол. Какого-то бродягу швырнули мне на стол. Он старенький, он мерзкий, он выглядит как бомж. Мне страшно не по-детски. Ну, дядя, ты даешь. Но если уги-буги тут, то значит быть беде. Фактически, старик, ты труп, недолго жить тебе. Ты понял, что случилось? Старик, алло, подъем! Давай-ка сделай милость, последний раз споем. Сейчас же отпусти меня! Тебе же будет хуже! Тебя посадят и казнят, а я детишкам нужен! Ты шутишь? Нет, ты вредишь! Я не расслышал, дед! Клянусь, ты вряд ли встретишь сегодняшний рассвет! Прикольно, так круто! Детишки не прощат! Замри-ка на минуту, пора нам, батя, в ад! Что ты имеешь в виду? Желаю счастья в новом году! Нет жалости, нет страха, рулетка страсть моя. Любого олигарха пущу по ветру я. Но больше всех эмоций игра на жизнь дает. Извольте пристегнуться, ведь нам пора в полет. Остановись, ты ответишь за все. Нагонит, ну вещает, запутал, испугал. Но время истекает и близится финал. Пора забыть про деток, про сказочную муть. Карету мне, карету, пора в последний путь.